Величие северной природы, ее бездонных озер и снежных вершин воплотилось в творчестве Эдварда Грига. В его музыке нашло завершение все то, что в течение многих веков бережно копил в памяти народ, живший в суровых условиях севера. Сказки, легенды, предания, обряды, песни и, конечно же, музыка помогали выживать простому люду. Они стали неотъемлемой частью жизни норвежцев и дали прекрасный фундамент для становления Эдварда Грига как певца, композитора, музыканта, получившего мировое признание еще при жизни. Совсем недавно исполнилось 170 лет со дня рождения выдающегося норвежского композитора Эдварда Грига. Но он давно перестал быть только норвежским, потому что слава его даже при жизни уже была всемирной. И музыка, которая сегодня будет звучать, она далеко не все жанры отразит творчество композитора, но именно будет примечательно, что учащиеся будут играть музыку Грига. Григ удивителен тем, что его произведения лишены особой вычурности. Они понятны всем, даже тем слушателям, которые не наделены особым музыкальным слухом. Его любят дети, он хорошо запоминается своей жизнеутверждающей силой. Энергия норвежского танца и полная лирики нежность севера нашли отклик в сердцах слушателей и на этот раз. Несмотря на то, что со дня рождения великого композитора прошло 170 лет, созданные им произведения интересны и по сей день. Елена Петрова, Николай Молодёнов, Новости 24 Муром.